Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс, и у нас просто феноменальное количество новостей, информации по игре Remnant 2. Появилась дата релиза, появилась цена, все появилось. Давайте сначала посмотрим все доступные трейлеры, а после этого уже поговорим. We have no choice. The root will destroy everything. For all time. No turning back after this. You sure? Ну что, дамы и господа, наконец-то дождались 25 июля 2023 года. У нас есть уже целых три издания. Обычный, потом Deluxe и потом Ultimate. Цена 2900 рублей в целом. Достаточно, я думаю, адекватная цена. Есть весь интерфейс с озвучкой на русском. Это замечательно. Последний финальный кооперативный трейлер. Просто восторг. Просто максимум эмоций. Очень понравилось. Очень круто. Очень здорово. Плюс трансляция еще продолжается. Возможно, нам еще что-нибудь покажут. И немножко заспойлерю, если позволите. У меня идет скачивание демо-версии Lies of P. Каждый желающий может скачать. 23 гигабайта есть. Так что буду очень рад почитать ваши комментарии. Премного всем благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Играйте, пожалуйста, в хорошие игры. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.